Друзья, всем привет! Я рад вас видеть на моем канале. Канал про охоту, рыбалку и многое другое. А вы смотрите этот ролик. Ну что, ржбайку отремонтировали. Вот. Фонарь налобный взяли. Армитековский, Визард. Вышли на любимое болото. Посмотрим сейчас, есть там вода или нет дальше. Или тут только встанем. Патрончики сегодня. Азот, пятерочка, 32 грамма, без контейнера. Вот. Погода, конечно, ветер, хорошо. Посмотрим. Народ потихой постреливает. Интересно, там дальше вода есть. Сейчас пойду посмотрю, пока время есть еще чуть-чуть. Чуть по чуть. Нет, так тут стану. Все. Снарядились. Пойдем теперь посмотрим, что там у нас есть. Какая постановочка. По воде. Друзья, время уже 7 часа, встал где-то 5:30, сильный ветер это был, думаю, камеру не буду брать, вот, все равно ветер, ничего вам не будет слышно, и как всегда назло, охота была 10 минут, взял я 5 уток, вот, в одном месте 4, вот, ветер хороший. Поэтому состоялась охота с подхода. Вот там они лежат. Сейчас пойду, заберу. И на этом у нас с вами охота состоялась. Пока здесь стоял, смотрел, на, ну, куда их ветром сносит. Смотрю, там села еще одна. Пошел. Подошел к камышам. Крикнул, поднимается селезень. С первого выстрела бью. А здесь 4 выстрела, 4 утки. Сейчас я вам их покажу. Увы, самих выстрелов на камере не будет. Вот. Ну вот они. Вот одна лежит. И вон 3. Кажется, это широконоски. Да, соксуны. Раз. Положим на пенечек. Пойдем заберем тех. И там у нас дальше еще криковая. Уже, кстати, второй год. Вот здесь подхожу к табунку широконосок. Утка не крупная, но интересная. Вот. Болото топкое. Сейчас щерок, конечно, вкусный, но что есть. О. Одна молодая, а эти уже покрупнее. Вот так вот. Ладно. Охота сегодня состоялась. О!
надо. Зато болото. Фух. Пойдем забирать селезня. А, это криковая. Получается, две криковые и три соксона. Вот так. Спорим. А вот наш дружок селезень. Его пришлось добивать в голову, конечно, но уже почти в окрасе. С полем